Тем временем в городе идут масштабные благоустроительные работы. Коммунальные службы приводят в порядок парки и скверы, ремонтируют дороги и тротуары, выкладывают новую плитку и меняют разбитые бордюры. Причем по решению Сергея Сергеева такая работа ведется не только в центре курорта, но и во дворах, которые расположены на окраине города. Администрацию активно поддержали жители, которые сегодня убирают свои придомовые территории. Работники культуры полностью очистили детский парк. Они собрали более 90 кубометров обломанных ветвей, сухих листьев и бытового мусора, оставленного безответственными посетителями. Глава города тогда лично выразил всем участникам субботника искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к нашему городу и активную гражданскую позицию. А сегодня в порядок привели городской фонтан. Он был открыт в 2014 году и за 3 года стал одним из самых любимых мест отдыха анапчан и гостей нашего города. В целом все нравится. Парк тоже очень хороший, площадок много, есть где разговаривать. Гуляться ребенку. Самый главный плюс Анапы, на мой взгляд, это море. Также большая, длинная, благоустроенная набережная, то есть, опять-таки, где можно на велосипеде проехаться. Есть и спуски, где можно съехать на велосипеде непосредственно к морю.